Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня много классных рецептов. И не только рецептов. И сегодня мы с вами будем готовить кое-что очень вкусное и интересное из обычных огурцов. Угадали, что это? Это огуречный лимонад. Вам не послышалось, огуречный лимонад, и он очень вкусный. На лето просто идеально освежает. Может, этот рецепт вам покажется странным, как и мне сначала, но вы сначала попробуйте, а потом напишите в комментариях, как вам по вкусу. Потому что лимонад, правда, очень классный. Особенно в сезон огурцов, когда их много, их в огороде растет много, на рынке много продается, и можно готовить из них что-то вкусненькое и экспериментировать. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, пишите в комментариях, как вам рецепт, и подписывайтесь на мои каналы в Дзене, Ютубе, Инстаграме и ТикТоке.